Всем доброе утро. Сегодня у нас суббота. У нас солнечный день сегодня. Развиднилось, вот смотрите. И Милка на машину залезла. Ох и милаха. Вот любят коты что-то на машину залазить. Так, сегодня у нас праздник, день водителя. Ездили на кладбище до папы, так как он у меня был водитель. Помянули его. Вот сейчас с Александром пойдем на рыбалку. Уже ветер дует, это ужас какой вообще. Сейчас пойдем на рыбалку, говорит, пойдем с тобой сходим, так как я еще ни разу за отпуск свой там не был. Вроде говорит там. Немножко развиднилось. Боже, как солнце светит вообще. Вот, сейчас зайду. Так что сейчас пойдем. Пригласили маму Оксану к себе пообедать. Сейчас у нас жарится курица в духовке, варится картошечка, толченка будет. Ну, пообедаем. Не знаю, будем потом делами заниматься. Хоть мама говорит, что сегодня выходной, да, ничего делать не будем. Ну, посмотрим, короче, как оно дальше будет. Вот. Мама, это Саша. Александр приклеил. Нормально все, там будет красиво потом. Мне короче, заказал в интернете вот эти лампочки. Ну, оно светится так красиво, бегают. Гибкие дневные ходовые огни. Еще раз. Гибкие дневные ходовые огни. Да где ты там? Я тебя не ловлю никак. ДХО. Короче, он решил их так приклеить. Не, ну этого не будет. Он и там, ну клей, короче, залил. А потом под скотч. Ой, отцепит, короче, отклеит. И будут вот такие лампочки тут. Короче, делает красоту своей машинке. Вот. Да, Александр? Да. Вашу машину это потом будем, да? Делать. Значит, ну, я не знаю, сегодня, завтра. Какая у тебя машина чистая? Ну, помыл машину, любуется стоит. Не помыл, а сполоснул. Ну, сполоснул. Я ее даже не натирал. Мы идем на рыбалку или нет? Так пошли. Сам обиток ты не натираешь, она вроде не надо натирать. Марсик пьет. Марс. Марс. И ты, и тебя, да, снять, и тебя. Не подходи к Марсику, видишь, он злюка. Не любит никого. Водичку пьет Марсик. Марсик, Марсик. На. О, сразу реакция у кота. Милка сидит, ждет. Я ведро большое взял под рыбу. Да мог бы и не брать. Я тоже думаю, но... Цветочки еще стоят. Кстати, Саша, а? Надо будет цветочки этот отвезти на квартиру. Ну, отвезем завтра. Так, ну пошли. Пошли, какая красота. Кукла. Кукла, ты чего, Ля, не узнает меня? Кукла. Красиво. Мама говорит, не буду убирать красиво. Не, ну уберем потом, конечно, еще листья остались. Ага. Мы с Санькой когда-то думали тут забор новый поставить. Из профнастила вот это, да? Вот тебе полтораметровый, да, можно вот такой вот соответственно будет. Нам не надо вот такой вот. Вот так, чтобы было. Полтораметровый? А ну, там какие? Коротенькие. Были двухметровые, вот такой. Ну, не знаю. Я надо у мамы спросить. Было бы красиво. А что тут? Просто ворота батька поставил, какие были, такие. О, бежит, бежит рыбачка. А, боже, только что во дворе была. Ты чудо. Ну, гляньте на нее, а. Милка.
Да, мам. Все. Рыбачка Соня пошла на рыбалку. Не пошла, а поехала, да. Красиво. Ну, ветер, ветер сильный вообще. Хотя, вы знаете, даже тепло. Вот, смотрите, я в одной кофте. Под низом ничего. И в одной кофте мне вообще не холодно. А я не знаю, сколько градусов. Может, градусов 17, да? Ну, утром было 15. Ну, градусов 17-18 где-то так сейчас. А ты тут будешь ловить? Нет, там нету, наверное, смысла. А, нет, это не друга. Это положи удочку. Она не рабочая. Там крючок сгнил. Ты ж оставил эту удочку в этом? Я? Классно. Ветер ужасный, а? Это вообще просто. Девушку бедную телепает вообще во всю. А я пойду. Саша пошел червяков копать. А я палочкой раскапывала, они сверху все, Саш. Говорит, чем? Я тоже не нашла этот лопат. А потом решила палочкой раскопать и нашла червячков. Да. Осень, осень. Если ветров не было, было бы вообще, конечно, хорошо. Тихо, спокойно. Ну, вода, правда, чистая, вон, смотрите. Санька уже пришел. Там уже тоже поубирали соседи немножко на огородах. Все, рыбак рыбачит. Милка, ты за кем там бегаешь, а? Милаха. А уже что ты там увидела? Милка, ты кого там увидела? Жаба, наверное, была. Так ты за жабой прыгнула. Прыгнула. Ты ж кидай и говори, ловись рыбка большая и маленькая. Это я так раньше ловила. Закину и говорю, ловись рыбка, большая и маленькая. И у меня реально ловилась рыба. Санька вообще еще и шутил. Говорил, что я тут забыл? Может мне уйти вообще? Так, сейчас будем наблюдать. Есть там вообще... Не, ну рыба есть, а будет ли она клевать или нет? Это, конечно, загадка. Вон поплавок. И вот поплавок сидит туда.
Ты поплавок. Милка, ты хоть не упади туда. Боже, под таким наклоном сидит он. Еще немножко, еще и упадет. Не упадет? По забору ладит, не падает. Милка, Милка, Милка. Ты же такая маленькая кошечка, почему-то такая маленькая и осталась. Мы думали, она больше будет. И уже два раза рожала. Вот скажете, что она два раза рожала уже. У меня такое ощущение, что ей 3 месяца только, или 4. А ей уже 2-й год пошел. Александру завтра на работку уже, да, Санька? Скажи, пролетел отпуск или нет? Нормально. Нормально, да? Я тоже думаю, этот. Как-то тот отпуск у тебя нормальный. Ой, пролетело как у то 2 дня. А этот отпуск. Нет, тут намного всего дешевле. А в этот раз мы, конечно, этот. И памятник Санька поставил. И сделали Вике подарок такой, съездили. Да и себе тоже, можно сказать. Съездили в Харьков. И по дому тоже сколько всего сделали. И Милаха ждет рыбку. Вот это одна Милка сейчас тут и знает, что тут рыбу ловят. А так обычно сюда и Марсик прибегает, и, господи, Мурчик. А что ты Оскара не взял? А что с поводком? А, точно. У него сейчас обострение началось. Мальчик хочет девочку. Короче, мы недавно его свозили к ветеринару. Он его посмотрел. Выслушал нас, что нас беспокоит. Нас беспокоит то, что он везде метит и сильно хочет до нашей куклы. Ну, в смысле, кукла — это собачка наша. Вот. Мы не можем спокойно его куда-то отпускать, так как он бежит сразу до нее. Ну, короче, мы решили кастрировать его. Вот. Ну, где-то через, ну не знаю, дней 20, может, повезем его в кастрировать. Ну, может, чуть меньше. Ну, где-то так, короче. Сначала проглистуем всех и Оскара, а потом уже повезем его на операцию. Вот. Так что нам врач все-таки посоветовал не мучать собаку, сделать операцию, кастрировать, и он будет спокойнее. Можно будет его везде отпускать. Так что мы решили, что поступим именно там. Вот. Ромка, кстати, у нас ушел до бабушки жить, до другой. Ему захотелось у бабушки, там зала большая. Он там как король себе живет. Бабушка у него там тоже принеси-подай. Как и здесь, короче. Все ему носят, все приносят. Ну, короче, как принц живет, я не знаю. Ну, ничего, ничего, подрастет. Будет сам, короче, все делать. Как и Викуся тоже выросла. И сама себе и чай делает. Короче, сильно панькать не будем. Что-то у Саньки ничего не получается. Закидывает, закидывает. Ну да, еще и ветер, конечно. Еще и ветер мешает. А может, глубину меньше бы сделал? Она вообще там плавает? Нет.
Смотри, Милка тут села, да? Милаха, ждешь? А рыбки нету. Надо вечером, наверное, Саш. Когда ветер, может, утихнет. О, о, бегает, бегает. Играется. Играйся. Чудо. Так подпрыгнула. Так что вот у нас такие дела. Сегодня, не знаю, будем мы печки топить или нет. Ну, наверное, в хате растопим немножко. А может и нет даже. Посмотрим. Вчера не топили. Вчера было тепло. Кстати, на всю неделю вообще передают до плюс 20. Ну, посмотрим. Будет плюс 20 или нет. Ну, сейчас вообще хорошо. 17-18 точно есть. Вот. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Счастья, мира, любви. Всего хорошего. Хорошего настроения вам всем. Пока-пока.